up. Давай, мочи! Вот он, блин!
Понятно. Аккуратно, но сильно. Кепка, кепка! Вали кепку! Ты ебал, понял я, понял! Вот мы пыль! Блять, с ботами связываться, конечно, в этой игре это пиздец. Они там просто бесконечные. И они точно задушат. Хуй там все залутаешь. Чувака, которого убил, я не залутал, потому что это было невозможно. Но боты реально бесконечные, это же вообще пиздец. Это нормально, блядь, или нет? Вот я бота убил, и они сейчас все сюда пойдут. Можно будет вот здесь покэмпить. Подождать какого-то чувака, если он сюда решит выйти. Что маловероятно, конечно. Кто-то идет, блядь. Бляди. Чтоб тебя перекосило, блядь. Этот человек шел. Кстати, я не умираю. От живота нельзя умереть. Фух. Я его не буду лутать. Что это, блядь? Животное, сука. Как он вообще знает, что я здесь, блядь? Это был точно человек, это был не бот. Пиздец, блядь. Охуеть. Вот меня в этой игре очень сильно бесит то, что нельзя... Вот, блядь, эти боты бесконечные, ты их не можешь отстрелять всех. Они тебя все равно зажмут. И они просто, им конца нету. Еще и челики подходят. Короче, бред полный. Невозможно перестрелять всех. Трешак. Сука, я бота убил, это вообще шок. А чувака так и не залутал. Такого, лол, что, блядь? Это тот, который зашел в офисы. Вот этого человека я не залутал. Не было возможности, потому что он снаружи стоял. Короче, пиздец.
Мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем. Но где ты, а, сука? Я вижу. Девка ёбаная! Сдохни на тварь! Ахули! Вот!
Хрена, гриз, сука! Вон он, бля, и бах его! One, сука! Пиздец какой-то! Как понять, кого я лутал, а кого нет? Очень сложно. По-моему, боты кончились.
Вот это надо забрать, по идее. Хз как. Не знаю, никак. Лапа, короче. Я пошел. Что тут можно сказать? Нет, такой игры еще не было. Вон он, блять, Человека-бота, ой, в смысле, одного человека. Ну, одного человека дикого, да, из той. Ну, вы поняли. А все остальные это вроде боты. Ебать. Не, одного чувака убил, получается. Нет, двух чувака. Да, двух чувака убил. Одного. Один из них, один из диких был человеком. Ебать, что это? Пидор, куда поскакал? Вот хуй! Левый коронный, правый похоронный. Давай, мочи их! Ну, пожрать бы, конечно, вообще не помешало бы это. Come on.
ты чё там пиздишь? Ёбра, блин. Ну чё, пацанчики? Ну-ка, блядь, все сюда ко мне! Красота? Да. Есть кто, нет? Нет. Все вышли. Четко. Нормально вынес.
ОПФ-ку. Двадцать патронов хватило на двоих. Я тупо жадный даун, не купил магазины, короче, потому что у меня были дефолтные. Ха, стандарт. Но я полностью загрейдил оружие, но магазины не купил. Ну, вы поняли. Дефолт. Надеюсь, больше никого не было. Намечается долгая партия, мне надо еще квест сделать. Сейчас буду хилиться, потом лутать их. Броню покоцали. Кстам. Так. Окей, теперь патрончики. О, моментально заря... Оно мне моментально патроны закинуло. Найс баг. Мне понравился. Оба на открытой местности. Если меня убьют, то ничего не сделать. Типа оттуда могут снайпер какой-то стрелять, но что я сделаю? Кайф. Тупо кайф. Если что, на вал переключусь. А, найс, оно не исследуется. И сюда нельзя ничего положить. Прикольно. Красивые баги. Тут с иглы. Не, ну заебись, вал, ВСС. Уже хочется выйти с карты. Чё с рюкзаком? Даже я ничего с ним сделать не могу. Он багнутый. Красиво, загрейдженная. Еще и с прицелом. Мэби на нее стоит переключиться. Бля. Как обычно, дофига всего. Жестко, жестко. ВСС нельзя. По-моему, она не складывается. Не, у них нормально было лута. Так-то. У них прям красиво было все по луту. Гранатка. Вот броню бы мне. Так, там магазы сюда. А эти магазы сюда. Ну все. МП5, походу, не забрать. Хотя МП5 дороже каски. Играть, что ли, с этим? Я вот думаю.
Где, блядь... У него только один прицел на этой штуке. Это надо использовать как снайперку. Ну, нет смысла с ней играть. Ну, в смысле, бегать с ней, потому что тут только 3х, походу, или это 4х, не знаю. Что за прицел вообще? Вроде 4х. 4 на 32. Ок, бегаем с этим. Это моя снайперка. Вообще уже с карты хочется выйти, пиздец. Столько всего. Тупо закэмпил двух чуваков с магазина на 20 патронов. Рафла на ру. Сейчас, кстати, 158, наверное, лучшее оружие в игре, потому что очень дешево можно собрать ее, full grade. И магазины, которые на 50 патронов, они стоят тоже дешево. Просто я на крысичах. С переходом на даунича. Ой. Отдохнуть, что ли? Подождать еще кого-то? Относительно недалеко стреляли. Возможно, стоит подождать. Возможно, этот челик бежит уже на выход с той стороны. Я очень не хочу в этой игре умирать. Очень-очень не хочу. Потому что я взял ВСС и ВАЛ. Это две мои пушки, как бы, ну, которые я буду юзать. Я это считаю как основные пушки. То есть, если залутал 158, ВСС, ВАЛ, это все как бы то, что ты будешь использовать. Это все не на продажу. Это, очевидно, я продавать не собираюсь, ну, поэтому, ну, я обязан выжить. Все эти пушки, которые я залутаю, я даже не собираюсь продавать. Зато вот все я буду использовать. Поэтому выжить очень важно. Броня уже убитая. Любые перестрелки нежелательны. Вообще я захотел на карту доделать квест. Ну, возможно, этот, возможно. Вот этот квест доделать, это в конце карты. Пометить второй тигр. Ну и, возможно, встретить банду решалы на заправке. А еще на таможне еще ключи. Потому что мне жалко их покупать. Мне нужно два ключа. Для развязки. Кто-то идет? Больше не идет. Здравствуйте. Я, наверное, тут буду долго лежать. Это, возможно, дикий вообще был, я не знаю. Что там патроны заряжаются моментально в магазин. Меня это радует, nice bug. Хз, я боюсь вылазить, лутать. До этого, как бы, недавно были рядом выстрелы. Переключусь. Буду высматривать что-то. Если кого-то высматривать, то здесь. Не, ну в наушниках, конечно, жестко играть. Я благодаря наушникам эти киллы сделал, по сути. То есть, если бы не было наушников, я бы слишком поздно услышал, наверное. И не успел бы подготовиться. Учитывая, что у меня магазин на 20 патронов. То есть, если ты обосрался, проебал патроны, ты уже не успеешь перезарядиться. Надо ждать, наверное, до 10 минуты, чтобы выйти из карты гарантированно и сделать квест. Потому что я буду бежать к последнему выходу. Нет смысла. Ну, типа, потому что квест около самого дальнего выхода, который стопроцентный. Ни в коем случае нельзя рисковать здесь. У меня очень много уже. Вот там кто-то стреляет постоянно, поэтому я боюсь выглядывать.
Ну здесь бы ты уже три трупа лежит. Так-то палевно. Мне кажется, это просто уже челы с другой стороны прибежали. Потому что зачем кому-то сзади оставаться на 20 минут? Хотя... В общем, ждем. Сегодня было впадлу стримить. Не чувствовал себя как бы, ну, на стрим. Ну, дефолт, типа, ну, не чувствую, что я достаточно выспался. Не хочу просто как бы подрубать. Нет желания. Я предпочитаю стримить только когда я выспался на 100%. Помню, раньше в Таркове FPS был в прицеле супер хуёвый. Сейчас реально хороший. Типа более чем удовлетворительный. Типа где-то сотка в прицеле сейчас у меня, не меньше. Красиво. Но стрелять на дальней дистанции, там, не знаю, метров 100 или больше, я так и не знаю, как в Таркове. Как бы нету никаких гайдов. Вообще непонятно, как пули летят здесь. Ясно одно, то что от PUBG отличается супер сильно. Стрельба в Таркове и PUBG вообще две разные вещи. Для меня Тарков это чисто ближний бой игра. Не вижу смысла вести работу на дальних дистанциях. Тем более, учитывая баланс игры. Ну, так сказать, реализм, типа. Хотя все равно не совсем понятно, почему не может, допустим, быть. Кто-то идет. Ага. Да. До свидания. Что я говорил? А, ну, вы знаете, что в Таркове же баланс основывается на патронах. То есть, грубо говоря, вот СА-58. У него патрон, как у снайперок. По дэмэджу. Ну вы в курсе, да, что это оружие делает? Я могу зажать кнопку и расхуярить челика просто в нулину. То есть это как... Вот представьте, чтобы в Counter-Strike, например... Хотя это, конечно, уже сравнение такое глупое. Кто помнит Counter-Strike? Ну типа, грубо говоря, это винтовка, это автомат, который стреляет по дэмэджу, как снайперские пули. То есть снайперка, которая, ну, в ближнем бою используется на автомате. Вот что такое СА-58. То есть, по сути, это оружие можно использовать как снайперку. Я могу на нее одеть 4х прицел, и это будет охуенная снайперка. Это можно сравнить, не знаю, maybe с МК-11 в PUBG. Только это лучше, чем МК-11. Потому что дэмэдж... Ну, у нее дэмэдж, вот если сравнивать как по PUBG, да? Взять PUBG. То есть, СА-58 это как коряк на фул автоматике. То есть, представьте, что на коряк можно было бы нацепить 1 000 000 апгрейдов и 50 магазин. Да? То есть PUBG коряк это 5 патронов, ты его должен перезаряжать по КД, а тут фулл авто и можно иметь 50 патронов. Вот это вот СА-58. И спрашивается, нахрена тогда
использовать что-либо снайперское. Вообще ноль смысла, на самом деле. Тем более, кстати, хедшотает почти любое оружие. Ну, вернее, любое оружие. Ну, в смысле, с одного выстрела в голову убивают. Любой топовый патрон, там, на калаше, на эмке, на чем угодно, с одного выстрела убивают в голову. Спрашивается, зачем снайперки? Попробуй попади. Да и не факт, что убьешь. Не, ну в грудь снайперка тоже убивает, но редко. Типа пятую, шестую броню, даже четвертую редко на с одного выстрела убьет. Да это нужен определенный патрон. Там не каждый патрон имеет 80 дэмэджа. Чтобы убить с одного выстрела, нужно 80 дэмэджа. Если ты в живот стрельнешь, то, ну, челика не убьешь. Как известно, от живота, ну, в этой игре не умираешь. Ну, относительно реалистично, но не знаю. Вы заметили, что ни в одной игре нету такого, нету такой области, ну, хитбокса, как шея, грубо говоря. То есть, шея — это всегда голова. Ну, то есть, шлем защищает шею. Чего быть не может, конечно. Ну, или броня защищает шею, как это. От игры к игре разница. Так, очевидно, мне нужно полежать и залутать этого дикого. Это был человек дикий. И это, возможно, был человек. Тоже человек дикий, я не уверен. Maybe ЧВК. Я, короче, уже буду лежать до конца здесь. Понятно, что я пойду их лутать от жадности. Я не вижу смысла не лутать. Тем более, последнее убийство не создало даже как бы шума особо. Я не думаю, что я внимание привлек. Ну, места особо нету, надо поискать. У меня есть какие-то дорогие итемы. Ничего выкидывать не хочется. Тут реально особо нечего выкидывать. Это по-любому нужно. Магазин тоже оставлю. Ну, хотя магазин не нужно, можно патроны вложить. Откровенно говоря. Заранее это сделаю. Тогда можно два магазина выкинуть нахер. Кто-то идет? Ну, я слышу звуки. Меня видит, блядь. Пидас ебаный, сука. Как он, блядь, знает, что я именно здесь? Это меня еще и убил, походу, просто дикий. Хуй знает. Как он знает, блядь, как? Глок! Да это обидно, я столько потерял, столько мог вынести. Ну, я не знаю, как он знает, что я там, как он меня в кустах заметил. Как это понять? Как он знает, блядь? Как это возможно? Как он меня в кустах там видит? Хуй знает, мой ствол торчал, я не знаю. Это было сложно. Пизда, короче.